До Нового года остается всего каких-то 22 дня. Модницы уже сейчас думают о вечерних платьях, подходящих для наступающего года – черного водяного дракона. Восточные астрологи рекомендуют одежду с преобладанием сочных, ярких оттенков. Официально цветами дракона признаны черный, золотой, зеленый, красный и синий. Известный немецкий концерн женской моды в преддверии новогодних праздников предлагает свои варианты. Какие – узнал наш корреспондент. Что надеть на Новый год? Ответ на этот вопрос, который одолевает всех девушек накануне главного зимнего праздника, актриса Мария Гузеева нашла в бутике Betty Barclay. По правде говоря, здесь Мария частый гость. И неспроста. Стиль ведущего немецкого концерна женской моды Betty Barclay – это сплошные преимущества. Актуально, красиво, замечательное качество. А еще... Ткани, структура приятная, потому что я ткани много уделяю внимания. Если ткань мне там колется, где-то режет, дискомфорт. И, соответственно, я, предположим, я иду на какое-то мероприятие, я буду весь вечер об этом думать, зачем мне это надо. Поверьте, Мария знает толк в хорошей одежде. Она актриса международного уровня. Снимается в России, США и Франции. И часто шагает по красным фестивальным дорожкам от Каннов до Кинотавра. В ее гардеробе вещи самых именитых дизайнеров. А теперь по соседству с ними будет жить и это романтичное платье нежно-малинового цвета из воздушного шифона. А вообще в новой коллекции представлены десятки вечерних нарядов. Огромное разнообразие фактур, отделанные гипюром, золотыми пайетками и бисером, с украшающими элементами розочками. Также гипюровые платья в черном цвете. А еще Betty Barclay – это удобная стильная одежда на каждый день, которая всегда отменно сидит на любой фигуре. В этом секрет успеха бренда.